Доброй ночи, дорогие друзья. Как и все предыдущие дни этой недели, мы в программе «Профилактика» продолжаем подводить итоги уходящего 2011 года. Занимаемся, так сказать, инфо-ёлкингом. И сегодняшний этап нашего информационного марафона мы решили посвятить трем важнейшим, так сказать, областям приложения человеческих сил, знаний и умений. Это будет наука, кино и спорт. Да, все правильно. И как гласит старинная русская поговорка, концепцию в новогоднюю неделю не меняют. Поэтому и сегодняшняя наша передача будет называться точно так же, как одна из самых культовых советских телепрограмм. Итак, друзья, вашему вниманию программа «Наука, кино и спорт». Подожди, не было такой программы. Не спорт-концепция, а?